съездили в Тбилиси Молл, набрали тут кое-чего. Сейчас посмотрим, чего. Взяли кефир грузинский, 2,5% жирность. Вот так. Были в хозяйственном магазине. Позже видео выложу. Ну, сливки, как всегда, 20%. Это ежевика свежемороженая. Сейчас в творог добавим. Купили фарш 500 грамм. 13,05 стоит. Вес 504 грамма. Завтра будем готовить. Так. Купили творог почти килограмм. 20,67 стоит. Вес 944 грамма. 6% творог. Это покупали в Тбилиси Молл. Все. Потом еще, смотрите, купили что? Какой-то порошок. Надо будет посмотреть, что это такое. Что-то наподобие Витаграсса. Потом отдельно засниму. Потом вот взяли. Баобаб. Правда, я не знаю, он подойдет для кета или нет. Взяли. Потом тоже посмотрим. Так, купили перепелиных яиц, наконец-то. Давно собирались купить, вот все-таки взяли. Вот такие вот перепелиные яйца. 12 штук здесь. Две упаковки по 12. Сегодня будем пить. Так. Сметана. Стоимость 10,13. Вес 566 грамм. Сейчас будем есть. Купили грибы. Завтра будем с фаршем готовить в мультиварке. Дальше взяли авокадо, салат 26,05, вес кило 412. Так, сюда поставим. Дальше тут много зелени. Сейчас. В общем, вот здесь укроп, орегон, ничего здесь только нет. В общем, на салат пойдет. Так. Дальше смородина для творога. Сейчас добавим вот еще смородину. Так. Дальше баклажаны. Ни разу не покупали здесь баклажаны. Вот решили взять. Будем тоже готовить. Так, цена. Цена 2,68. Вес 924 грамма. Вот их тут три штуки. Так, сюда пока уберем. Помидоры. А вот на зелень положим. Стоимость 13,39, вес, ну, почти 2 килограмма. Килограмм 998 грамм. И химия. Достал химию. В общем, взяли вот такое мыло. Био-мио. Сейчас будем руки мыть. Купили вот такую вот зубную пасту. Тоже закончилась практически. Зубная нить Oral-B. У нас вроде бы такая уже не продается. Мыло, упаковка. И вот еще такое мыло взяли.
Ну и вот, за все это отдали 270 лари. Чек я сейчас не найду, где-то валяется. В общем, точно говорю, вот за все это 270 лари. И вот такой вот купон, который нам не нужен. Ну, вот такой вот обзорчик с ценой из Тбилиси Молл.